Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о изделии RAV-слезок модели верхней душевой лейки КС-006. Это представляет собой вот такую белую коробочку, на которой идет наклейка КС-006 с артикулом и с логотипом RAV-слезок со штрих-кодом. Ну, посмотрим, что в коробочке. В коробочке мы видим инструкцию монтажную. Видим набор запчастей для монтажа и видим, собственно говоря, само изделие. Изделие упаковано вот в такой мешочек. Посмотрим на это изделие. Ух ты, какая красивая вещь. Хромированная 100% с обеих сторон. Сопла резиновые, которые легко будут очищаться от водного камня. И эта лейка предназначена для подключения со стены. Здесь имеется специальный кронштейн для подсоединения к стене. Имеется специально усиливающая переходная пластина, которая позволяет закреплять это изделие на стене плотно, чтобы ничего не шаталось. И, собственно, идет набор. Посмотрим, что в наборе крепежном. Вот такую у нас такую пузырчатую пленочку. И замотана скотчем. Посмотрим. Ага. Значит, здесь идет ключи для зажима лейки, идут шурупы, дюбели и крепление, и две заглушечки, которые декоративно закрывают вот эти вот крепежные элементы. Вот такие заглушечки. И идет переходная трубка, которая выворачивается в подвод в воде, который должен быть размещен в стене. Значит, резьба на вот этой трубке 1,2 дюйма, резьба наружная, стало быть, то труба должна быть стоять в квартире. Внутренняя с 1,2 дюйма подвода резьбы, и она вот такими резиновыми уплотнителями просто сюда, лейка при установке одевается плотненько и зажимается болтами. Я не буду этого делать до конца, но я думаю, что принцип понятен. Вот такое изделие. Душевая лейка КС-006. Видите, какая тоненькая, изящно сделанная, из металла, металл хромированный, отполировано, все довольно красиво, изящно. Все.